завод. То есть фактически это тот классический аппарат, который можно было взять с собой, подключить к полевой телефонной линии. Да, да, и полевой телеграфной линии. Да, и пытаться передавать информацию. И передавать, смотрите. Видите, какое здесь устройство? Что лента подвисает немножко под колесиком. Но если я вот так сделаю, то вот это коромысло прижмет ленту к красящему. Видите, здесь это красящее, потом краска сюда, и все будет. Это ручка для завода, да? Да, это пусковая. Пусковая. Система рычагов. 904 год. А вот справа, вот правее ключа, это, а это все для уже, провода фактически. Да, для проводов, для всяких этих схем включения, заземления, провода, источника питания.